Коллеги. Гитарные. Да, гитарные братья и операторы трансляции. И часто это вообще в одном лице. Что же вы пропоете нам?
экранами. Лезли дураки силой мериться, мол, вы сыночки мамины, били их стихами мы, даже не верится. Весна была такая холодная, что вот для меня как-то сейчас вот, у меня по-прежнему весеннее настроение, и грозы такие, как вот, как в мае должны быть, да, поэтому я такую весеннюю песню спою, она называется «Сиреневый день». Я как-то давно когда-то гулял по в районе университета на Воробьевых, и вот цвела сирень, кто был, это как-то знает, пели соловьи, и собирался дождь, было так довольно пасмурно, и вот у меня тогда родилась как-то концепция этой песни в голове, может, даже какие-то строчки, и много-много лет спустя я все-таки ее реализовал. Называется «Сиреневый день». Счастливым, скажи, с тобой нам разве это нужно?
Давай пойдем туда, давай пойдем туда, где шепчет море, где светят звезды, где мы нашли с тобой любовь, где мы нашли с тобой любовь. Сиреневый день снова землю укутал вуалью сиреневый вечер. Мы шли вдоль гудящих трасс, на ласковый юг, и луна заменяла нам компас. Здесь не спрашивал никто нас, почем любовь и сколько стоят песни. Сей путь дельцам был неизвестен. Мы шли с тобой туда, мы шли с тобой туда, где шепчет море, где светят звезды, где мы нашли с тобой. Спасибо. Жаль.